Ну, это 10 франков, образца 1947 года, выпущена французским казначейством для оккупационного, это оккупационный выпуск для Германии и Австрии. Размер банкноты 53 на 83 миллиметра. В этом году было выпущено 5 номиналов, 5 франков, 10, 50, 100 и 1000. Это есть десяточка. Состояние банкноты оцениваем fine. Есть надрывы по краю. По центру дырочки нету. Полгода назад в состоянии XF была продана такая бона примерно за 15 долларов. Это, я думаю, будет стоить около 100 гривен. Курс сегодня 26,50 за доллар. 26 гривен 50 копеек. Вот есть сверху небольшие два надрыва. И снизу видно. А еще здесь сверху есть три сверху. Кому интересно, заходите. Ссылка на аукцион появится под видео.